Вы на канале Tarot Angel Planet, и у нас расклад, что хотят сказать умершие или ушедшие люди. Может быть, предки, может быть, родственники, а может быть, просто те люди, кто были вам дороги. Смотрим, что, о чем хотят сказать. Мы сейчас поймем, от кого и что, что хотят передать с того астрала. Что они двигаются к свету. Что жизнь, она такая непостоянная, что они заново придут, заново родятся, заново возродятся. Сообщение, послание идет от мужчины. Что свет – это наоборот хорошо, что это свет божественный, свет явленный. Что они из этого света вышли и к нему присоединяются. Что мы и есть вот этот свет. Просто они как бы вот попадают домой благодаря этому. Душа сейчас отдохнет, чтобы вы не переживали за душу. Душа говорит, что ну, сейчас будет перерыв по поводу перерождения, когда переродится. Ну нет, пока душа пришла домой. Перезагрузка будет. У души будет перезагрузка. Свои уроки у души. Что-то должна душа отработать, раз такие уроки идут, раз такая перезагрузка. Где-то в каком-то астрале душа будет находиться, чтобы это отработать. Про титанический труд. Выбор дают душе. Как дальше жить? Кем она хочет? Воплотиться или возродиться? Возродится душа. Душа так или иначе возродится, значит, в следующих жизнях вы с ней встретитесь. Вот такие вот послания. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью, а я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка есть в описании канала. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.